гематома такая и трещина. Получила от бывшего мужа. Юлию Семерякову избил отец ее дочери и его любовница. Конфликт возник на почве квартирного вопроса. Из жилья, в котором прописана 8-летняя Лера, ее маму хотят выжить. Жить с бабушкой, которая как бы алкогольно зависимый человек, и с папой, который устраивает личную жизнь свою, как бы не занимаясь своими детьми. То есть ребенок, естественно, не может жить без меня. То есть меня третируют, вывозят мою мебель, мое отсутствие из квартиры. То есть дети у меня неделю спали, как щенки на полу. Вот. То есть у меня нет сейчас занавесок, нет багеток, то есть нет ничего, меня режут ковры. С мужем она развелась год назад. Кирилл ушел жить в другую семью, а Юлия осталась в двухкомнатной квартире с двумя детьми и бывшей свекровью, которая и является квартиросъемщицей муниципального жилья. Все это время бывший муж с новой избранницей периодически наведывался к ней в гости и каждый раз забирал с собой что-то из вещей, которые при разделе имущества суд оставил Юлии. Забрал багетки, занавесок нет, это я уже просто старую тюль повесила. Забрал вентилятор и так интересно, забрал верхнюю часть, а ножки оставил мне. То есть, ну, это вот просто как бы вредительство. То есть, пусть не себе и не людям. Чтобы отстоять свое право на спокойную жизнь в квартире, где прописана ее дочь, Юлия отправилась к юристу. Теперь в районном суде будут определять порядок пользования жилым помещением. Решение, в принципе, я думаю, что должно быть принято в нашу пользу. Никто не будет чинить препятствия ей в пользовании вот этой комнатой. Она сможет свободно ей пользоваться. Никто не будет выкидывать ее вещи личные из этой комнаты. Не будут, опять же, допустим, такие факты, как ребенка не пускают, допустим, просто в квартиру, да, то есть бабушка вставляет ключ в замочную скважину, ребенок находится весь день на улице после школы, пока не придет мама. А вот возбуждение уголовного дела по факту избиения в полиции Юлии отказали. Сказали, дело дошло до суда, если бы руку все-таки сломали. Надежда Новикова, Александр Королев, новости «Телеобъектив».